В Марокко набирает популярность новая спортивная игра «Айнбол». Она объединяет несколько видов спорта, в том числе баскетбол, гандбол, футбол и бег. В первую очередь «Айнбол» привлекает молодежь тем, что столкновение участников противоположных команд на поле не происходит. Каждый играет за себя. Цель – забросить мячи разных цветов в корзины. Если сделать это рукой, команда получает одно очко, если ногой – два, головой – три. Играть одновременно могут и мужчины, и женщины. Первые международные соревнования по айнболу планируют провести в Марокко уже в марте этого года.